iPhone 2G. Замена дисплейного модуля. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 2G». Для упрощения съема дисплейного модуля скальпелем отгибаем защелки по периметру телефона. Металлической лопаткой очень аккуратно поддеваем дисплейный модуль сначала в верхней, а потом в нижней части и снимаем его. Дисплей крепится на двухсторонний скотч. При установке нового дисплея сначала устанавливаем толкатель кнопки Home. Прикладываем дисплей к корпусу. Металлической лопаткой подгибаем защелки. Все, дисплейный модуль заменен.